организовали волонтеров с помощью соцсетей и спасли несколько тонн рыбы. Операцию провели на шлюзовом канале в Новосибирске. Мне позвонили и попросили, что нужна помощь. Ну и, конечно же, мы не могли отказать хорошим людям и ломанулись на спасательную операцию. Окуни и чубаки остались на глубоком участке канала после того, как строители начали спускать воду. Чтобы выловить пострадавших, в ход пошли подручные средства, сети, ведра, пластиковые емкости. Затем погрузка в контейнеры и свободу рыбе вверх по течению в Обское море. Напомню, что в прошлом году новосибирцы уже спасали миллионы мальков и взрослых особей. Пресноводные могли задохнуться, когда воду накрыл лед.